Здравствуйте, с вами я, Инулла Фатулаев. Сегодняшний гость нашей студии – необычный человек. Я бы сказал, личность весьма неординарная и широко известная не только у нас в Азербайджане, в Украине, на всем постсоветском пространстве. Речь идет об Олеге Крапивине, хотя он больше известен в Азербайджане, на Украине, на всем постсоветском пространстве как Олег Бакинский. Кто он, Олег Бакинский? Криминальный авторитет, лидер диаспоры, известный общественный деятель или необычный спортсмен? Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, Олег Андреевич, что приняли наше приглашение. Вы знаете, я за последние полгода дважды был на Украине. Вместе с нашей репортерской группой мы очень активно работали почти во всех городах и областях Украины. Работали под обстрелом, но встречались с людьми, общались и, конечно же, вспоминали о тех известных выходцах из Азербайджана, которые приобрели большую известность в Украине. Каждый второй украинец называл ваше имя. И я, честно говоря, был просто поражен вашим авторитетом, известностью, популярностью. И причем о вас говорили депутаты, бизнесмены, общественные деятели. Олег Иванович, как вам удалось завоевать такой большой авторитет в другой стране? Я думаю, все зависит от самого человека, в первую очередь. Знаете, есть такая пословица, говорит, чтобы иметь друзей, надо быть самому другом. У меня принцип жизни такой был. Или дружил, или не дружил. То, что вы говорите с депутатами, я многим депутатам помогал. Помогал в каком плане? И нам обращались то, что я как руководитель диаспоры, там, в сфере голосов, там, в сфере спортивной жизни. Поэтому мне приходилось общаться с разными людьми. Разными людьми общаясь, и мы делали свое дело так, чтобы нас оценили. То, что вы говорите, что о нас отзывались так, мы заслуживали это только с точки зрения, потому что мы... Если говорили, мы делали. Делали, вы знаете, что мы как бакинцы, поэтому я как сам бакинец, я не хотел, чтобы нас подводили, или там наши азербайджанцы, ребята, которые там же вместе со мной проживают. Мы это все делали, помогали. Вот то, что сегодня вы говорите, вы ездили под обстрелом, я знаю, я наблюдал то, что вы были и в Николаеве, в Ирпень, Буче. Мне очень приятно было, потому что, что вы туда поехали, это не каждый мог бы поехать. До вас там были некоторые журналисты, хотя меня оттуда информировали. Я их не знал, я о них ничего не был. Когда вы, будем так говорить, были в командировке, и это надо на это иметь волю, духа, мужской характер, чтобы под обстрелами вы снимали на самом деле то, что происходит на Украине. То, что вы снимали, мы за этим наблюдаем. И я, честно, хотел бы быть рядом с вами. Рядом. Так, к сожалению, получилось, что у нас как бы пути в этом разошлись. В этом. Я приехал сюда, вы поехали туда. Во время вторжения российских войск в Киевскую область вы тоже под обстрелом доставляли гуманитарную помощь в Ирпень. Значит, я знаю, что даже рядом был какой-то пулеметчик. Да. Эти знаменитые фотографии и видеосюжеты облетели весь мир. Вы понимаете, тогда, когда война, вот я всегда наблюдал, до этого я смотрел, как вот беженцы из Сирии, да, будем так говорить. Да, мы когда смотрели по телевизору, как люди, рискуя жизнью, там, доплывут, они не доплывут. В смысле, 50 на 50, это мое мнение такое было. Значит, у людей шанса не было остаться на том месте, где их бомбят. Они шли на все, лишь бы достичь своей цели или там переплыть там, в Европу. Вот я когда это там тоже своими глазами увидел, то, что вот детей раненых там или разрухи, я тогда этот момент ощущал сам на себе. То, что по телевизору мы смотрели, мы еще не так, можно сказать, понимали или там не осознавали то, что с людьми происходит. На самом деле...
Это большое горе для всего народа там. Вы знаете, на протяжении 32 лет мы сами, у нас была проблема с Карабахом. Слава Богу, благодаря нашего главнокомандующего, господина президента, мы свои земли оккупированы, мы отвоевали с достоинством и честью. Мы помним, как не так же эти вот ходжалинские события, что там происходили. Почему я вам ходжалинский, я вам сейчас расскажу, почему я Ходжалы привел. Я этот день никогда не забуду. Мы, значит, 23 февраля, наша госпожа посол и господин Турции посол тоже, мы 23 февраля собрались отмечать 26 февраля день Ходжалы. Это было час дня. Мы в Маупе арендовали помещение, где собрали людей, чтобы провести эту трагедию, там, фильм показать людям и молодежи, то, что наши студенты там учатся, чтобы мы постоянно об этом напоминали, чтобы наша молодежь не забывала об этом. И буквально минут 40 пройдя, поступил звонок послу Турции. Вот, послу Турции получил, он стал переговаривать, и он нам подошел, сказал, что вот у кого есть возможность, желательно сегодня покиньте страну, там, у кого есть дети и все, и кого увидите, там, сообщите. Ну, на этом мы как бы остановили мероприятие и разошлись. И я кого увидел, там, первое время успел передать, там, слава Богу, там есть люди, сегодняшний день, они, на самом деле, я кого видел, передал, люди уехали, там, я знаю, вот там в Венгрии находятся ребята, там, оттуда мне звонили, что спасибо, что ты вовремя сказал, там. Мы как бы не знали, но на самом деле человек же не может сказать там, что будет, не будет. Но наше дело было довести информацию, то, что нам сказали, чтобы мы своим соотечественникам довели эту информацию. Поэтому вот то, что я вам это рассказал, почему? Потому что вот это именно с Ходжалинской трагедии, это я тоже видел то, что в Урпене творится. В Урпене, там, Буча, вы сами там были, я думаю, Гастомель вы все видели. Это одно и то же, вот это, я думаю, что люди, гражданские люди гибнут, оставаясь без дома, без одежды, без еды. Первое время, я помню, проблема была и с водой, там, с детским питанием, потому что мы получали гуманитарную помощь, и в первую очередь мы давали как? Медикаменты раздавали там. Питание детское было проблема, достать эту воду. Ну, слава Богу, сейчас как бы питанием наладило, все, но все равно людям тяжело. Вот он, 23 число мне запомнил. Я очень хорошо помню 23 февраля, потому что в этот день я был на Донбассе, и мы созвонились с нашим послом в Украине, с Эльмирой Ханумахундовой. И тогда я изъявил желание, кстати, познакомиться с вами. Мы должны были 24 февраля с вами встретиться в Киеве и пообедать в ресторане. Да, но, к сожалению, значит, мы считали по-своему, а вот случилось совсем по-другому. Да? И нам даже не удалось тогда вернуться в Донбасс. И совершенно странным образом я оказался в Харькове, в блокадном Харькове, откуда просто мы просто через две недели мы вырвались из этой блокады. Вы сказали, что вы, то есть ваше кредо – это человек-слово. Олег Иванович, я очень пристально изучал вашу биографию. Кстати, несмотря на вашу широкую известность, очень мало информации о вас в средствах массовой информации. Но иногда я встречал информацию, скажем так, криминального характера. Говорят, что Олег Андреевич Крапивин, Олег Бакинский, он известный криминальный авторитет. Некоторые сайты вас и так представляли. Действительно ли вы имели отношение, скажем, к криминальной деятельности в Киеве? И вообще, почему появились эти разговоры? Вы понимаете, знаете, у людей язык без костей. Да? Что значит криминальный? Я на этот вопрос уже не раз отвечал и украинским СМИ, и здесь. И вот то, что вы задали. Криминал штука. Если люди, будем так говорить, да мы все выходцы из Баку, вы знаете, раньше в любых поселках были у нас как бы аксакал, и было кому прийти, обратиться, чтобы как бы приняли решение или помогли в какой-то сфере. Я себя не считал, что я где-то неправильно сделал. Если люди приходили, я старался разрешить ситуацию ту или иную, бесспорно, без конфликта ставить.
А те люди, которые сами виноваты, а клевета человека, что криминал, это что? Вот криминал бывают люди, что если кто-то кому-то там взял, не оплатил там за доставленную ему продукцию там, или еще что-то, там приходишь, ваш верни там этому человеку деньги. Я же не криминал, криминал тот, который не возвращает. А который отстаивает. Скажи, который... больше вы были, скажем, Робин Гудом. Да, скажем так. Будем так говорить, я не хочу себе там громко. Бесшабашных, да, 90-х. Вот когда приходишь, говоришь, что ты неправильно поступил, там также и у меня свои лично такие моменты. Там люди приходили, помогал там, или отдавали что-то, там наши деньги задержали. Говоришь, верни это деньги, там больше никаких случаев. Почему-то люди из этого делают криминал. Я считаю, в этой ситуации не тот, кто пришел за справедливую вернуть кому-то деньги, а тот, который хотел обмануть, или там, будем сказать, аферистический момент. И получается, те люди, которые хотят обмануть человека, который, к примеру, у меня было очень много ситуаций с нашими земляками. Кто-то привез там какие-то там овощи или фрукты, отдал кому-то продать, тот не возвращает деньги. Ну, естественно, они как представители диаспоры мне обращались, скажи, чтобы мои деньги вернули. Там. Когда им говорят, что верни человеку деньги, это криминал или это справедливость? Криминал, я думаю, тот, который это не возвращает и начинает избегать. Очень много таких людей взяли товар там или что, не знаю. Но я не знаю, когда, если человеку относится с уважением или кто-то приходит, почему он должен быть криминалом? Если я был криминал, я, наверное, был бы в местах лишения свободы, там, я в моем понимании. Те люди, которые сделали криминал или поступили криминальным образом, незаконно в действиях, они все за свои поступки перед государством отвечают в рамках закона. Олег Иванович, вор приходил и отбирал у людей то, что им принадлежит. Да. И люди обращались к вам за помощью. И вы делали предложение, от которого воры не отказывались. Да? Как ну, цитирую известную фразу из великого фильма. Ну, можно будет, как бы я бы не сказал бы, что так не отказать. Я всегда стал довести человеку то, что он виноват. В первую очередь надо человеку довести, что он не прав. Он виноват, он должен поступать так, как нормальный человек. Понимаете, я всегда вот там громкие имена там или что, чего, почему. Вот там люди, которые справедливо относятся или справедливо принимают решение, кого-то оно затрагивает. Да. У меня была ситуация, вы, наверное, знаете, вот там журналист, у меня была конфликтная ситуация, когда на всю Украину написал наш там Эдуард Багиров. Эдуард Багиров, он правозащитник, кажется. Да, но он никакой не был мошенник. Мошенник. Это какой? Это который в Москве написал книгу о гастарбайтерах? Это этот Эдуард Багиров или украинец? Да нет, он я не знаю, он оттуда. Я, вот он, СМИ писали об этом. Да, вот то, что писали, я вам один пример привожу. Там же есть и расписка, и нотариус. Там у меня тогда был диаспоры Сеид Газмалиев, там он бывший работник посольства, как бы попросил у нас денег, что там дайте мне там какую-то сумму денег, там через месяц я вам отдам. Хорошо, что там тогда мы взяли расписку. Это человек, который, понимаю, взял деньги, там, мы попросил, мы говорим, хочешь заработать, нам ничего, вот наши деньги вернешь через какое-то время, там, месяц пройдет, вернешь. Там. Этот человек полгода-год от нас бегал. За что? За то, что типа, ты пришел за помощью, мы вам отдали, помогли, чтобы ты заработал деньги, вернул нам. Когда такие случаи происходят, я одно говорю, что люди теряют доверие к другим. Может, на самом деле, потом кому-то нужно бывает. Там, на лечение или что, просто ты начинаешь не верить людям, когда вот так поступают по отношению к тебе или мне, или другому. Это вот криминал, люди, они делают такими. Вот такие люди, я думаю, что делают криминально. Если ты приходишь за свои деньги, просишь, что почему не возвращаешь, я что, криминал получается? Олег Андреевич, украинские средства массовой информации писали не только о деле Эдуарда Багирова. Я встретил и публикацию, что в 90-х годах вы состояли в группировке некого ассирийца Виктора Авдышева. Нет, это ложь. Я никогда в жизни ничьей группировки не состоял. Я всегда был самостоятельный, как бы, есть отношения, это не значит, что с кем-то, я могу со всеми, мы и с вами общаемся, у меня есть и правоохранительные органы общаться, это не значит, я где-то с кем-то, я никогда это не понимал и никогда это не воспринимал, во-первых, с кем-то там. То, что мы были соотечественники одно вместе, я никогда этого не было, я не все знаю, вообще у нас пути разные были. Просто мы как соотечественники. Ну, Виктор Авдышев тоже из Баку, да? Да, конечно, да. И он, ну, как бы он по греко-римской боролся, я по вольной боролся. А тоже борец? Да. У нас только были только то, что мы соотечественники, приятели, вот так, как с любыми
соотечественниками, поддерживали отношения, но больше никаких у нас. А что с ним стало? Он остался... Он сейчас проживает, я, как по моей информации, как я знаю, в Краснодарском крае, там, я не знаю, я уже, наверное, лет 20-25 не слышу, не вижу, и как бы нету тех отношений у нас. Олег Иванович, средства массовой информации еще писали о какой-то конфликтной ситуации, которая возникла между вами и Надыром Салифовым, покойным Гули, который скончался, ну, который был убит два года назад в Турции. Что это была за конфликтная ситуация в Киеве? Царство ему небесное, у нас конфликтов никогда не было. Говорят, там был спиртзавод, какая-то перестрелка, СМИ писали об этом. Во-первых, у нас никогда не было. У нас были нормальные всем отношения. Я не знаю, с каких слов и с чьих слов это все развивалось. У нас не получилось, там не было возможности встретиться, так как я вон там находился в Турции, я не уезжал, но я встречался с его мамой, там были у них дома там нормальных отношений. Там кто-то от себя выдумал, кому что неудобно было, там кто-то что-то. Вы знаете, когда человек что-то скажет, но за это надо как бы прогарантировать или там довести ясно, что это на самом-то. У нас с ним были нормально, мы созванивались с ним, там были там какие-то там. Кстати, что вы думаете по его убийству? Я что могу сказать? Я думаю, что это их личные дела, я честно говоря. Вы человек информированный, да, поэтому, Я, честно говоря, не хотел и не хочу знать. Мне просто жалко и все молодые наши, вот там будем говорить, там те люди, которые они проявили себя в этом, по этой жизни, которая. К сожалению, они рано все покинули жизнь. Да, там, и мне это жаль, что они не дожили то время, которое каждый человек нормально хоть должен быть. Как говорят, у них жизнь бывает романтичной, но короткой. Да, короткая. Вот. Мне только это жалко, и не только его, там, других всех, там, которые было бы за что, это как бы обидно не было. Бывает, самостоятельная жизнь закончилась, это другой человек. Но когда молодых ребят убивают, я не сторонник этого. Кстати, вы говорили, что вы общались с Виктором Авдышевым, потому что он был из Азербайджана, да. Родом выходцы. Был еще один выходец из Азербайджана, Арсен Аваков, который впоследствии занял должность министра внутренних дел Украины. Средства массовой информации в Украине писали, что вы общались с ним, у вас были хорошие отношения с Арсеном Аваковым. Я не знаю, кто это мог придумать. Если вы говорите, вы знаете, что там не раз у нас были и обыски, и все, как могли у меня быть с ним нормальные отношения, одновременно у меня с правоохранительным органом всегда были там проблемы какие-то там, и по указаниям именно его. Как могло быть, я не знаю. Это люди, знаете, раз он с Баку, значит, мы должны быть вместе. Во-первых, там они... Он с Генджи даже, кажется. Нет, Кенгировобадский? Нет, он, по-моему, в Бинагадах родился. Я изучал его историю. Мы с ним как-то были один раз, когда он был губернатором, еще тогда не было. Мы тогда с послом Талят Алиев был, еще тогда послом. Вот мы ездили-то, и все. Я больше так никогда с ним не встречался, никаких у меня дел, никаких даже поводов у нас не было с ним встречаться. Олег Иванович, вас еще связывали с Ринатом Ахмедовым, известным ведущим олигархом в Украине. Вы понимаете, Киев это, можно сказать, маленькая деревня, да, будем так говорить, да. Если где-то с кем-то, где-то ты раз пересекся, сразу люди говорят, что-то там общее есть. Например, его родственник был министром спорта, да, Сафиуллин. Он там был и депутат, Равиль Сафиуллин. У меня паспорт очень было часто, там, вы знаете, я на протяжении долгих лет в связи с спортом, да. Единственная страна, где мы проводили нашему общенациональному лидеру Гейдар Алиеву турнир, международный я проводил. И чтобы это разрешение получить другой стране на международный турнир, это нам очень тяжело как бы приходилось. Вот благодаря тогда Сафиуллин был министром спорта, вот они там тоже татары, они родственники. И меня почему-то всегда связывали с ним. Я с Сафиуллиным на самом деле до сих пор я и дружу, и на связи мы там в связи с спортом. Они нам помогали в сфере спорта тоже. Вот там то, что нам было необходимо, они нас поддерживали, очень серьезно поддерживали в организации этого турнира и все. А так мы бывало там где-то мы встречаемся, там, ну, это знаете. То есть вы знаете, да, пишут, что он покинул Украину, по последней информации? Ну, по моей информации, что он западный, на западную, а так, вы понимаете, мы сейчас сидим с вами общаемся, то, что каждую минуту на Украине, вы знаете, все новое, оно меняется. Очень динамично все. Да, очень да, быстро меняется, и можно просто про это. Ну, я знал вот буквально, что он там был на западной.
А то, что покинул, я не знаю. Алексей пишет, что вы очень богатый человек, и по версии Forbes входите в сотню самых богатых людей Украины, даже называют ваш капитал около 90 миллионов долларов. Но то, что я встречал в средствах массовой информации. И при этом, особенно в 2014 году, писали после аннексии Крыма, что вы буквально за бесценок скупили много земель в Крыму. У меня? Да, да, писали. Ну, дай бог, я бы, если бы я только рад был бы там. За это говорю, людям-то что, люди могут написать. Я просто основательно подготовился к нашей передаче. Да, я понял, но если кто-то хоть мне может сказать, где-то у меня там сотка. Во-первых, я, можно сказать, после 2010 года, как я там Крым не посещал и не собираюсь его посещать, как бы. У меня там ничего не связывало. Я туда единственное, когда в Крым я ездил, там в САКах есть процедура грязных, да, у меня там немножко в ногах проблем, ездил туда. А кто там это мне говорит? Я только рад буду, если кто-то мне скажет, вот там у тебя есть. И ему благодарность уже скажу, что есть там у меня что-то есть. Знаете, как что-то, а люди говорят, что-то есть, у кого-то что-то есть, пусть посмотрят, что у них есть, кто это говорит. Во-первых, если что-то есть у меня, я никого никак бы не скрывал бы, не боюсь, это мое. Я могу сказать, откуда оно или что там. А то, что кто-то скажет, если не мое, я только рад был бы, что есть оно у меня было. Вы уж простите за острые вопросы. Нет, ну правильно, просто... что мы нет, с вами да. беседуем. То, что, вы говорите, да, это хорошо, то, что люди, те, которые смотрят ваш сайт, они будут знать, что на самом деле многие люди, они, или многие сайты, так я не хочу никого оскорблять, что они просто от каких-то слов берут, не из тех источников, и распространяют. Вот так же можно человека очернить. Да, как бы. Понимаете, как? Когда неверная информация идет, и люди начинают вот читают, и вот иди потом людям объясни. Ты можешь одному, второму объяснить или переговорить. Ну а когда массовая информация его прочитаешь, ты каждого не можешь объяснить, потому что ты их не знаешь, кто его прочитал. Вся проблема человечества в этом. Еще была одна информация, очень скандальная, связанная с вами. С вашего позволения озвучу ее. Был такой вор в законе Андрей Недельский, да. по кличке Неделя. Да. Говорят, что до средства массовой информации тоже на Украине газеты писали, что за несколько часов до свадьбы вашего сына, кажется, значит, там не, это... была, состоялась сходка якобы воров, и они его там... Значит, побили, он сбежал, была очень громкая история. И даже называли имя Молдована. Молдована, который тоже участвовал там. Ну, я то, что я читал, по фамилии Еленяк. Еленяк, да. Да. Там, во-первых, это не на свадьбе было. Да? Я вам сейчас просто скажу, эти вопросы мне и там правоохранительные органы задавали вопрос. И то, что сказали, что на свадьбе нет. Вы понимаете, если мы находимся в ресторане, а то и там есть гостиница, и что-то проходит в номере, я за это не могу ответить. Этот номер, это не моя гостиница. Есть хозяин номера. Я думаю, что, скорее всего, это номер, на ком номер был зарегистрирован, или кто номер снят, они больше знают. У нас на свадьбе этого не было. Вот, и там прислушались, у меня очень много гостей из Баку было. Наверное, бы кто-то это видел бы, что кто-то кого-то... Ну, в Азербайджане об этом ничего не известно. Об этом украинцы писали. Нет, здесь одно здесь время даже, да. в азербайджанский сайт, я то читал, что этот, не помню какой сайт, писали, что так было. Но и в Украине тоже, пускай хоть там много гостей было, хоть кто-то видел это вообще? Если это было бы во время свадьбы... Якобы, да, и писали, что неделя была раскоронована именно там. Не потерял это, корону там. Это, не, как бы, я на этот вопрос к вам как скажу, это не нам принимать решение, кого расканировали или там кого кореновали, это не наше решение. Пускай их образ жизни, пускай они принимают решение и как бы за свои поступки отвечают, это не наше. Мы люди совсем, как бы сказать, открыты душой и по жизни идем, мы знаем, где правда, где неправда. Вот. Значит, после начала войны в Украине очень многие азербайджанцы, которые живут в Украине, в Киеве, в других городах, они столкнулись с одной проблемой. Некоторые силы в правоохранительных органах, в спецслужбах Украины пытаются воспользоваться ситуацией и, скажем так, они мучают азербайджанцев. Во всяком случае, лично я тоже получаю очень много обращений от киевлян и так далее, что
нас стали, нас замучили правоохранительные органы, потому что некоторые пытаются свести счеты, другие воспользоваться ситуацией, скажем, отжать бизнес, закошмарить некоторых бизнесменов. Если вот поступало ли вам такая настороженность? Мне тоже поступали, наши соседи тоже мне звонили. Что за бакханалия, да? Да, вот что-то происходит непонятное, хотя, к сожалению, вы понимаете, наша диаспора всегда как бы помогала и в трудные моменты, то, что обращались или просили правоохранительный орган, наши ребята всегда помогали, продукты и все. Вот на протяжении этих дней мне несколько звонков было, что были такие поступки, которые люди вообще не имеют отношения ни к политике, будем говорить так, ни к криминальному образу. Просто люди с утра до вечера пашут, чтобы прокормить свою семью, себя и там дальше. Начинают по отношению к ним как-то поступать, там никакие неприятные, там приходят с обысками, вот то, что мне сказали, этот последний двое-трое с обысками. Там, это именно происходит в отношении азербайджанцев или, скажем, национальных меньшинств, или самих украинцев, или не по этническому принципу? Не, я бы просто сказал, мне просто затрагивает то, что я как председатель, мне азербайджанцы, мне и мои соотечественники, мне звонят, говорят, потому что украинским пускай они у себя там дома, пускай сами разберутся. Но те наши соотечественники, которые они помогают и платят налоги Украине. Также во время войны помогали и сотрудникам, и военным. И у меня очень много кадров есть, которые в любых областях, не только в самом Киеве, как бы, в любых областях, как наши ребята там на фронт, на все, люди помогают. Ну и одновременно вот мне звонят с жалобами, что вот пришли там несколько людям с обысками, то эти, которые связывают вообще этих людей, я знаю, например, по 30, по 35 лет, которые они, кроме работы утром, пойти там на рынок или на базу, или там в магазин, к примеру, там, эти люди больше ничем не занимались. Именно мне такие люди и звонят, ну, с той точки зрения, что как председатель, что мы должны проиграть. Как бы хочешь не хочешь, мы должны как бы на это отреагировать. Вот. Это, к сожалению, есть. Это есть то, что с другими, вы имеете нацменьшинствами, как бы у меня такой информации нету, потому что у меня информация поступила от наших азербайджанцев. Олег Иванович, в 15 лет вы добились феноменального успеха, вы стали чемпионом Азербайджана среди юниоров. И затем вы, если мне память не изменяет, если я не ошибаюсь, вы еще 18 раз стали чемпионом. 14 раз стали чемпионом Азербайджана. И затем уже, когда вам было около 50, 47 лет, да. 47 лет, вы стали чемпионом мира среди ветеранов. Да. То есть вот в столь молодом возрасте чемпион Азербайджана, затем повторяете успех и, скажем, вот в таком возрасте, уже 47 лет, добиваетесь вершины среди ветеранов. У меня такой вопрос. Вот имея такие большие успехи в Азербайджане, будучи столь значимым спортсменом, популярным, кстати, и на Бакинской улице, и в спортивных залах, почему вы покинули Баку? Почему вы уехали в Киев? И, кстати, многие выбрали путь в сторону России, Москву и так далее. Вы же уехали в Украину. Что-то личное, возможно, было? Или не лично, вам больше Киев понравился, большая деревня, как вы сказали? Да, честно говоря, я вам одну вещь скажу. Я до этого как-то, мы были на соревнованиях в Одессе. И мне Одесса напомнила наши Бакинские улицы тоже. Вот то, что мне с Украиной связало. Ну, я как-то попал не в Одессу, а в Киев. И как бы мне там больше понравилось. Во-первых, там народ и с нашими как бы очень много связывает у нас Азербайджан, Украина, как вы знаете, очень близкие отношения, теплые. И мне как бы там по душе, мне комфортно там было. Если можно сказать, что как бы родина одна бывает, вообще там мы никогда не забудем, где мы родились и как мы воспитались. Но что-то я там тоже, вот, мне на душе тоже стало там приятно, я себя почувствовал как у себя дома там. Вот я там и остался. Там тоже я, начиная жить, я также продолжил там какую-то часть жизни своей спортивной карьеры. После того, вы знаете, я свой открыл спортивный клуб борьбы, «Бакинец» назвал тоже. И за тот, который наш клуб «Бакинец», у нас вот соотечественник Парвиз Насибов стал олимпийским серебряным призером.
Там женская борьба, там есть Олимпиада, Европа, чемпионки, все. Но я обратно как бы от спорта не ушел. Не ушел из-за того, что у меня в жизни принцип такой. Да вот вы знаете, я в Шамахе тоже у меня построил. Да? Хотя у меня в Шамахе, я только родился, у меня там ничего нету. Ни родственника, ни земли. Кстати, ни... вы из Малакан? Или... Да. Из Малакан. Да. У нас там ничего нету у меня там, ничего нету. Но я построил там зал, вот сейчас я только радуюсь то, что я и там турнир провожу, и там у меня где-то около 400 детей занимаются. У меня принцип такой, да, не все могут быть чемпионами, это ясно, да. Но я буду, я знаю, что я для родины, для Азербайджана, я здоровых, молодых, военных будущих. Они будут. То есть такую мощнейшую спортивную школу создали? У меня очень большой зал там. 400 это очень, очень много детей там, и даже кто там вот из борцов, наверное, сейчас кто-то будет смотреть, будет знать, наверное, такого второго зала нету там в районе, как мы сделали. Я не знал об этом, вот это очень интересно. Ну дай бог будет время, я с вами поедем, посмотрите, у меня там есть там видео, кадры какие-то. Я почему-то вот всегда хотел, чтобы дети, или это наши дети, ваши дети, дети нашего народа, дети нашего государства, они... Хотя бы, если даже не будут они чемпионами, но они будут здоровыми. Они не будут там, сейчас вы понимаете, сейчас такое время, очень много молодежи, они как бы отклоняются от того образа жизни. Бесконтрольными становятся, будем так называть, которые неконтролируемые. Находясь они в зале, я думаю, и родители, они сами себя проконтролируют. Вот поэтому у меня один девиз, что я знаю, сколько там детей пройдет, хоть кто-то... оттуда станет или чемпионом, или просто здоровым военным, вот будущий армеец, или идя в армию, чтобы он не был, не пришел там ни подтянуться, ни бегать. Они будут готовы идти служить государству. Вот одна из моих целей это хотя бы. Олег Ильич, несмотря на то, что вы уехали в Украину, жили в Киеве, но вы сохранили очень... так как, опять, я ссылаюсь только на средства массовой информации, потому что наша вторая встреча, да, я слышал это не из ваших уст, а из газет, значит, что у вас были очень известные, влиятельные друзья в России. Например, пишут о таком уроженце Шамахинского района, о генерале Владиславе Цатурове, который возглавлял или являлся заместителем начальника СИН России. И пишут, что именно благодаря вот вашей дружбе с ним вы помогали очень многим азербайджанцам, помогали очень многим, скажем, незаконно осужденным людям, которые отбывали срок в российских тюрьмах. Соответствует ли это действительности? И говорят, что вот благодаря этой дружбе, благодаря вашему заступничеству, значит, вы снискали уважение среди многих азербайджанцев в России. Нет, то, что дружит, они немножко неправильно. Мы в одном, можно сказать, тогда был совхоз. Сейчас как-то его переименовали, я не знаю. И он родился там, и я родился там. И на этом у нас пути разошлись просто как бы. Я не знаю, откуда они взяли. Я где мог, конечно, соотечественно, не только в России, где будет возможность, мы всегда помогали и будем помогать. Но вот то, что вы говорите, вот люди сразу раздувают, раз и я оттуда, и он оттуда, значит, мы должны вместе быть, да. Я учился тогда, сейчас называется спортивный лицей. Учился на разных, тогда назывался спортивный интернат. Баку. Да. Тогда было у нас в каждом государстве по этому спортивному интернату, во всех государствах, 15 государств, как бы 15 интернатов было спортивно. Я учился там, я не знаю, как могли меня с ним связать. Это же есть архив, есть история, что я здесь закончил, здесь в школу пошел. Ну, вообще, вы были знакомы с ним или? Я видел его там, вот как, знаете как, вот тоже вот пришли от Шамахи. Я вот бываю в Шамахе, я говорю, послушайте, я говорю, у меня здесь ничего не связывает. И, ну, понятно, если там вот где-то мы родились, там Царство Небесное, там мы тогда посылали, знаете, как, например, у меня брат, сестра, болится, они родились здесь. Тогда, когда завод открывали, винный завод, мои родители поехали там по работе туда. Вот я родился, мы обратно оттуда уехали. У меня там ничего такого, чтобы сказать, связывало или что-то я... То поймать язык, поэтому я говорю, язык у людей без костей. Если знаешь, с чьих-то соображений кто-то может сказать так.
Даже если я даже на... Ну, вы обращались к нему с каким-то просьбами? Я никогда нет, я никогда никому не обращался, во-первых, там, ну... Есть мне, во-первых, есть кому, есть для этого адвокатская контора, если там что-то решать, есть там юридические конторы. Олег Ильич, в 90-х годах очень много известных спортсменов и так далее, они примкнули к улице, и многие из них погибли, скажем, вот во время этих ураганных, скажем, бесшабашных, сумасшедших 90-х, когда судьба многих людей, она решалась, не скажем, в судебном зале или, да, или где-то, или в официальных органах, а решалось на улице, многие из них погибли. Выжили самые умные и самые расчетливые. Я бы сказал бы не это. Вы себя относите к умным или к расчетливым? Я думаю, погибли те, которые были жадные. Одно из первых причин, это мое мнение. Очень интересно. Да. Мое мнение, вот то, что вы говорите, я знал, не только там в Азербайджане, там, или на Украине, или в России. Именно друг друга поубивали все, кто-то кого-то обманул за деньги, за жадность. Да. Вот я только так это вижу. Умным, мы знаем, я бы себя не назвал бы, что и то, что я умный или там нет. Я не реагировал на многие моменты. Я понимал, да, что-то меня обманул. Я понимал, что оно рано или поздно где-то в другом месте ошибется. Но не делал свои поступки или не поступал так же, как они поступали. Я думаю, меня сохранило это. И человек, когда верит в себя, я же не только это, как бы вот, если вы затронули этот вопрос, помимо этого, на самом деле, вот мне 60 уже прошло, я больше часть как бы прожил там за будем пределами Азербайджана. Мне приходилось с очень разными людьми встречаться, общаться. И где-то мне приходилось всегда находить общий диалог и общее понимание. Вот в первую очередь там. Я никогда не настаивал на принцип того, что я не могу сделать это. Я всегда ставил себя вместо того человека. Вот я в первую очередь, чтобы быть, правильно поступить, поставь себя вместо этого человека. И также хотел, чтобы относились ко мне, как я отношусь. Вот раньше, я помню, мы в любой поселок заезжали, все, если старший заходил, все мы поднимались. Как бы. Сегодня я этого не вижу. Сегодня я этого не вижу, к сожалению, не вижу. Вот воспитание, то, что вы говорите, на улице или там где-то, разницы нет в школе, учитель заходит, мы же поднимались все, правильно? Я думаю, и в доме так, и в любых заведениях это надо будет. Воспитание вот человеческого и юношеского возраста идет оттуда. Если он забывает, не уважает старших, у него будущего никогда не будет. Для всех какой-то, у каждого молодого поколения, молодого юноши, проживающего или в спортивной жизни, или там какой-то карьере, у него какой-то должен быть символ, или человек, которого он хотел бы на него подражать, или быть похожим. Всегда раньше брали у человека, который, например, мы боролись, мы хотели быть на кого-то, быть похожим, быть таким же борцом, или таким же быстрым, или таким же сильным. На кого вы хотели быть похожим в детстве? Интересно. Тогда мы все мечтали о покойном Ярыгине, да, как бы, вы знаете, это легендарный, да, конечно, борец был, да, конечно. Мы всегда это было, мы хотели этого, и я почему говорю, мы всегда, как любой для себя человек выбирал какого-то кумира и хотел быть похож на него. Я поэтому говорю, что так же, вот возьми там, хотите, в сфере искусства или там музыки, каждый кого-то хочет похожим. Вот сейчас вы, вот Царство Небесное, Муслим Магомаев, да сколько хотят люди быть похожим, его голосом петь. Понимаете, они чего-то добиваются. А тот человек просто сам, проживая жизнь, живет и не знает, для чего живет, и никакой цели нет. А что от него можно будет ожидать? Олег, вы оставляете впечатление волевого, харизматичного человека, но у всех людей в жизни были какие-то ошибки. Вот есть что-то в вашей жизни, о чем вы сожалеете? Да, очень много. Очень много. И вот говорите ли вы себе, что вот я бы, наверное, надо было поступить по-другому? Я и себе говорю, и молодому поколению еще иногда говорю, что очень много я говорю. Я думаю, вам об этом напишут даже, вот то, что будут ваш сайт смотреть, читать.
Очень многие, я думаю, отозвутся на тот вопрос, который то, что вы мне задали. Я очень многим этим говорю. И то, что я сам делал ошибки, я не только своим детям там, или там, кому-то там. Да. Любой человек, который проходит, знаете, есть такая пословица, на грабли дважды не наступает. Почему надо наступить второй раз, если тебе объяснили первый раз тот, который наступил уже на эти грабли? Значит, ты должен, значит, не послушав, ты наступаешь сам второй раз. Не я наступил, друзья, потому что я тебе наступил и вам говорю, что не наступай туда больше, а ты наступаешь на это. Вот вся проблема в том, что люди или не доверяют, или хотят испытать свою судьбу. Но, к сожалению, испытание, оно бывает как-то заканчивается для кого как. Вот для кого как-то оно в жизни заканчивается. Одному удачно, другому неудачно. Помимо нас тоже, я говорю, кто-то же обучал, чего-то учил, чего-то заставляли нас делать. Мы не то, что стали. Я помню, Царство Небесное, моему тренеру, он нас заставлял и бил нас, как бы скакалка его любимая, такая этот. Игрушка была, скакалка там этот. Благодаря его мы где-то сохранились, окрепли. Понятно, если бы нас не заставляли бы, может, мы недопонимали, почему. Потому что сейчас заставлять нам не надо, мы сами идем тренироваться, как бы, да. Тогда заставляли, мы недопонимали, что да, ну, сделал там 5 минут хватит, а нам надо было 10 минут делать, примерно, тренировку. Каждый человек где-то надо не принудительной форме. Есть принудительная форма заставления, просто заставляют, это в пользу заставляют. А люди многие не понимают. Например, вот то в советское время же, когда иностранные языки школы, многие как бы на иностранные языки старались этот урок пропустить, да, думали, что не нужно. А сегодня столкнулись с тем, что оно нужно было. Хотя нас тоже заставляли, иди учи там, английский, французский или немецкий, какой этот язык. Да. Но мы же это не понимали, к сожалению. Сегодня мы тоже говорим кому-то, они нас тоже не понимают. Я думаю, придет время, они тоже будут сожалеть. Поэтому я говорю, зачем два раза наступать на грабли, если вам говорят, это надо. Раз мы прошли эту жизнь, мы столкнулись с тем, что когда-то время придет, нам это нужно будет. Так же и нам говорили, когда там взрослые курить нельзя. Мы понимали, что вот видишь у взрослых, думаешь, раз тебе говорят нельзя, значит надо курить. Сегодня мы тоже другим говорим, не кури. Владимир, кстати, о детях. Я помню, когда вы поехали в Ирпень, то есть вот объездили Киевскую область с этим пулеметом, да, когда вы раздавали еду, продовольствие нуждающимся. Ваши сыновья были рядом с вами. Да. Они пойдут по вашим стопам? Они продолжили ваше дело? Вот смотрите, я знаю, что они... Вот сейчас у меня сын один, заслуженный тренер Украины стал, воспитал девочку, стала чемпионкой Европы, мира. Я руководитель. Поэтому я бы хотел, он пошел бы, чтобы по спортивной линии. Там, понятно, бизнес, но по тем, которые, как пишут обо мне, криминалы, я не захотел бы, чтобы они пошли. О них так не пишут, кстати. Ну, потому что они не пойдут по этому пути. Пусть идут по этой дороге. Вот и поэтому я не сторонник даже этого вообще, чтобы они об этом думали. А что будет с Украиной? Это же ваш дом. Вот это больной вопрос для меня. Я не думаю только для меня, там, для таких, как я, наверное, миллионы людей, которые остались там без ничего, будем так говорить. Есть люди, у нас хоть есть где поспать, есть близкие, есть где мы разместились. Но вы мне сообщили шокирующую новость, что вы возвращаетесь в Украину. Да. Ну, мне в связи с работой надо все равно вернуться туда, вы понимаете. Мне надо вернуться. А как там получится, это не нам вам решать. Пусть Всевышний принимает решение. Я думаю, что мы идем за правое дело и за... То, что и с нами будет все благополучно, все нормально. Вернемся, я думаю, с вами еще мы после приезда моего, я думаю, сейчас после вашей поездки, там, наверное, мне тоже будет. Ну, потому что когда вы там были, вот то, что вы в Николаеве, там тут мне очень многие позвонили. Наконец-то хоть Олег приехал, кому могли рассказать, потому что я вам этого не говорил. Я, наверное, как-то говорил, там приезжали разные туда. Вам, наверное, там тоже говорили, да, как бы. Как бы они сразу у меня спрашивали, вот как, я не знаю, вот, а вас как бы все теплым и очень, как бы, впечатлением о вас осталось там, не только там, вы сами там многими людьми там очень встречались,
Я думаю, что вот такие люди, как вы, когда больше с нашей страны там представляют, как бы в сфере массовой информации или что-то чего, это для нас нет, для нашего всего народа тоже хорошо, там, для проживающих там азербайджанцев, что и на самом деле у нас есть такая возможность, чтобы прийти, показать, чтобы Азербайджан понимал. Хотя вся Украина знает, что азербайджанцы всегда там, вот с первых дней войны, я знаю, здесь даже и через посольство там люди помогали, то, чем мог, этот, помимо нас, диаспора помогали. Вот я знаю, что наш председатель по комитету диаспоры тоже всегда об этом заботится, как бы, чтобы наша диаспора там отличилась. Мы не в стороне не были. Есть там диаспоры очень много, но мы в стороне не были. Вот эти тяжелые моменты у нас, я не знаю, может, кто-то лучше у нас больше нас сделал. Потому что я в неделю мы получали, 2-3 форума только получали. И очень много людям. Да и до сегодняшнего дня у нас там даже есть специально распределили ребят, которые они ездят в частный сектор. Там есть где-то в Киевской области. Там, где люди, вот я просто, может, вам пошлю эти кадры, как бы они, как и Азербайджану, диаспору высказывают благодарности. Ездят ребята на своих автомобилях, мы не за счет кого-то чего-то, и раздают вот те первые необходимости, там, ну, в самую первую очередь, там, детские надо было. Мы понимали, что взрослые люди, как бы, они как-то переживут эту беду. Ну, детям это там тяжело немножко было. И вот мы это организовали. По сегодняшнему дню это у нас эта программа работает. Я думаю, она будет работать, пока мы сколько можем будем это делать. Потому что это дело святое, это не ради там чего-то. Я вам до этого сказал, что когда видишь вот это своими, вот этого детей, это все человеком, я думаю, что... Мы сами как бы это вспоминаю, я и себя, я тоже очень много нуждался. Я практически вырос без никого. Вот. Я тоже нуждался и там где-то покушать, там, почему там рано, и, ну, не было у нас... Родители рано потеряли? Да. И нам тяжело. Потому что вы сказали, что были в интернат, да, в школе. Ну, за это я говорю, я это сам прошел. И когда это видишь, я думаю, если... Каждый что-то видел бы, вспоминал бы, и чем мог, помогал бы. Я думаю, очень много детей, которые остаются без присмотра, да, как бы, можно было из этих людей сделать или спортсменами, или учеными, или артистами, я не знаю, в каком-то сфере можно будет направить какую-то часть человеческой жизни, где-то на рельсы надо ее поставить, как человека, чтобы где-то он понимал, чем он будет. Потому что вся проблема в том, что они идут, потом становятся на улице, никому не нужны. Владимир, вы сейчас сказали, ну вот как-то так, что рано потеряли родители, и фактически вас сформировала тоже улица. И я вспомнил знаменитое выражение Владимира Путина, когда он говорит, что нас воспитала улица, и я научился побеждать только потому, что понимал, что если тебя ударят, ты должен ударить первым. Да. По Украине он ударил первым. Вы думаете, что он чувствовал, что будет какой-то удар? Или в данном случае, наверное, вот этот пример, он не к месту? Я думаю, это неуместен. Вы понимаете, то, что на улица – это государство. И это на улице ты сводишь свои личные счеты, я думаю. А тут масса людей, которые невинных людей. Но есть политики, но есть люди в нашей жизни, они руководствуются личным. Но это неправильно, мама, понимаю. Я думаю, что это неправильно. Во-первых, даже личное отношение, кем бы ты ни был, при исполнении своих должностей или обязанностей, переводи это на личное. Личное пускай остается личное. Нельзя это делать, во-первых, это я не обсуждаю сегодняшний момент кого-то, это не в моем праве, не в моем ракурсе, чтобы кого-то обсуждать. Но лично это что значит такое слово личное? Значит, это мое личное. Но я же не могу прийти, к примеру, свое личное от всех азербайджанцев что-то говорить. К примеру, я говорю, такой вот формат. Хотя председатель я могу прийти от массы говорить, но я это никогда не знаю. Это мое личное. Поэтому же, говорят, лично есть лично. То, что вы сказали на улице, да, на улице человек формируется как? На улице человек, смотря какая улица.
сегодняшнюю улицу уже не сформируют, я думаю. Не сформируют. Вот в наше время, как вы, наверное, застали тоже там, мы понимали, на улице там кто-то в футбол играл, кто-то там этот, разница. Мы как бы крепли, и отношения дружили, находили друг друга, друзей находили, с кем-то поругались, с кем-то помирились. А сегодня же этого нет уже. Поэтому как можно сформировать человека? Если человек сейчас пришел в дом занять, и он не видит. Я думаю, что сегодня даже есть люди соседа, не знаю. Да, к сожалению, да. Да, тогда не было так. Вот тогда поэтому называли улица. Потому что со школы пришел, хочешь не хочешь, мы все на улицу выходили. Все люди были открыты друг другу. Все открыты. Да, вот да. Я помню, вот в Сабунчах, там, почему я вам сказал, вот в Одессе, да, там тоже как бы итальянские дворки, заходишь, а там 6, 7, 8 квартир там. Да. И никто двери не закрывал. Люди не запирали, да. И если что-то закрывал, у всех ключ был или под ковриком, это замок там, это для солидности, я думаю, закрывали. Я тоже вырос на... дома никого нет. Я тоже вырос на советский, у нас тоже не запирали. Вот у вас тоже такие же дворики, да, в одном дворике. Да, дворики никто не запирал. И одна что было, там марля повешенная, там двери на прищепках, там и окна, и все, двери открыты. Конечно, мы заходили, там даже дома был, не было, то один кого-то соль попросит, другой тебя хлеб попросит. Там если летнее время, сейчас как раз вовремя, там кто-то демьянки жарили, запах шел, оно во двор выносило, сковородка. Вот что улица означала. Я вижу, вас замучила ностальгия по Баку, по Азербайджану. Может, все же останетесь? Или как вы думаете? Ну, я думаю, может, время придет, останусь. Время придет, останусь. Но еще пока не время, потому что там еще есть у нас ряд работы. Помимо там, я еще думаю, там есть тоже еще нуждающие люди, где-то мы чем-то можем еще помочь. Олег Иванович, я выражаю вам благодарность за то, что приняли наше приглашение, ответили на все мои вопросы. Острые, колкие, неприятные некоторые, но я просто озвучил все, что до сих пор упоминалось о вас. Я думаю, что наша сегодняшняя беседа, эта передача станет большой жирной точкой, и вы пролили свет на многие вопросы, которые интересовали отчасти нашу общественность. Благодарю, спасибо. Спасибо вам. Напомню, что гостем нашей сегодняшней передачи был гость довольно необычный, но легендарный и очень известный как в Азербайджане, так и на всем постсоветском пространстве Олег Крапивин. Его знают, как и Олега Бакинского. До встречи.